Очень интересно найти такое биоразнообразие у нас прямо под носом, рассказала The West Australian исследователь Кара Янгентоп. Разделение большого летающего поссума на несколько видов подчеркивает, насколько у нас мало информации о фауне Австралии. Большой летающий поссум, Pteroides valans, сумчатое млекопитающее из семейства кольцехвостых поссумов. Это крупнейшее из сумчатых животных, которое способно к парению, встречается на восточном побережье Австралии. Эти животные довольно неуклюжи на земле, но очень шустрые на деревьях и во время полета. Они ведут ночной образ жизни, днем живя в дуплах деревьев, а ночью бродя по лесу в поисках своей любимой еды, листьев эвкалипта. Сохранение редкого вида животных зависит от их точной классификации, поэтому эти два новых вида могут нуждаться в защите, как и большой летающий поссум. Сейчас он занесен в список, находящихся под угрозой исчезновения из-за разрушения его среды обитания в Австралии. Еще до того, как разрушительные лесные пожары убили миллионы животных в Австралии, численность популяции Pteroides valans сокращалась. Используя генетическое секвенирование образцов тканей, взятых с различных поссумов, исследователи смогли подтвердить различия в ДНК нескольких видов. Большие летающие поссумы делятся на три различных вида, Pteroides minae и Pteroides armillatus дополнили первоначальный Pteroides valans. Открытие двух новых крупных видов поссумов также вызвало интерес у любителей животных в социальных сетях. «И вот так мир стал намного лучше», — написал один из них. Фото новых видов активно распространяются в Twitter. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.